Этот обряд проводится несколько раз в день. Для защиты рук на кисти накладываются специальные повязки. Но и они абсолютно не спасают от повреждений. Несколько участков на руках и ногах заклеены пластырем. Тренировки 2-4 часа в день занимают, то есть 1-2 тренировки, в основном персональные, иногда групповые идут, то есть борьба, спарринги. Ну, примерно сейчас в таком режиме. Железо все уже силовые убрали, и, соответственно, идет сейчас в основном скоростная подготовка и спарринги. Среди профессионалов видновчанке Дарине Моздюк дали прозвище «Красная королева». Ей уже приходилось выступать в различных соревнованиях и побеждать не только примерно равных соперниц, но и вдвое тяжелее ее. Скоро у Дарины состоится бой, который пройдет на ВТБ-арене. Он организован крупнейшим мировым промоушеном «Беллатор». Бой у нас будет 23 октября, и я думаю, что к этому числу она будет уже на пике своей подготовности. Пока что 30% еще не успеваем. Не то, что не успеваем, просто оставляем как бы место, как так еще месяц подготовки. Вот. Но впритык к этому бою она будет уже в идеальном состоянии. Соперницей Дарины на ринге станет полячка Катаржина Садура. В промоушене «Беллатор» она уже провела 2 боя. В одном одержала победу, во втором проиграла. Видновчанка изучила ее тактику, и занятия построены таким образом, чтобы отточить технику, которая позволит противостоять более опытной спортсменке. Скоростная ударница, хорошие ноги, хорошая ударка, очень хорошая защита от борьбы, хотя она не борец. Вот. В принципе, соперница очень достойная, так что мы подготовимся полным ходом к ней. Всего у Дарины Моздюк подписан контракт на 4 поединка, так что видновчанке в течение следующих месяцев придется показать все, на что она способна. А мы будем болеть за нашу спортсменку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.